Цыганский шницель – это своего рода псевдошницель из ветчины и сыра. Это быстрая горячая закуска, сытная и очень вкусная. Она идеально подойдет тем, кто спешит. Жарится он так же, как и его соратник. На 4 ломтика сыра понадобится 6 толстых ломтиков ветчины. Блюдо рассчитано на 2 порции. Вернее, из указанных ингредиентов получится 2 цыганских шницеля. Итак, как приготовить цыганский шницель? Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Ветчина – 350 грамм, сыр – 4 ломтика, яйца – 2 штуки, мюка – 2-3 столовые ложек, панировочные сухари – половина стакана, масло растительное – 3-4 столовые ложек, количество порций – 1-2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, до новых встреч!